сорт томата корейский длинноплодный. Это вот такая вот вытянутая цилиндрической формы сливка розового цвета с характерным заостренным носиком. Носик бывает загнутый, бывает более ровный. Это среднеспелый сорт томата. Кусты высокорослые. В теплице достигает высоты 1,82 м, поэтому подлежит обязательной формировке и подвязыванию к шпалере. Для получения большого количества плодов рекомендуется вести растение в 2-3 стебля. Плоды весом примерно около 200 грамм, первые до 350. Это идеальный сорт для консервирования. И также этот сорт мне нравится тем, что он плодоносит до самых заморозков. Сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе томат четырехкамерный, очень мясистый, толстостенный, мякоть розового цвета. Этот сорт идеально подходит для консервации и для приготовления соков и соусов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.